Выставки к юбилейным датам университета делаются регулярно, но такое в Распутинской библиотеке впервые. Книги о том, как начинался Иркутский государственный университет, представлены отдельным блоком. Литература, по которой учились первые студенты, и, конечно, главная особенность – это собранный материал о ректорах, о том колоссальном труде, проделанном за столетия каждым из них в разные периоды. Мы проработали очень много информации, и эта информация была очень интересная, и нам захотелось ее раскрыть. Вот именно так вот объемно. Ведь мы впервые ректоров представляем через то, какой вклад они внесли, будучи на посту ректора. На открытие были приглашены деканы факультетов, историки, бывшие и настоящие студенты университета. Именно последние сегодня несут эстафетную палочку, переданную прошлыми поколениями. И именно для них и создаются подобные встречи с историей. Дал старт выставке и выразил слова признательности организаторам, исполняющий обязанности ректора Академии. Экран Игорь Бычков. Я не мог не пригласить вас всех и, с одной стороны, выразить слова благодарности всем тем, кто сегодня не только бережно сохраняет нашу историю, но и который делает ее доступной для нас. Дело в том, что прикоснуться к ряду документов, увидеть их своими глазами, понять о том, как же в те времена принимались решения, какие люди и как они говорили о нашем университете, какие они ставили задачи, как решали, это очень и очень важно, это очень и очень нужно. Конечно, говоря и вспоминая об истории ИГУ, нельзя забыть о выдающихся его выпускниках, настоящих сибиряках, писателях, публицистах, поэтах. Еще одной книгой пополнился фонд библиотеки во время открытия выставки. Посвящена 80-летию образования Иркутской области. То, что презентуем в этом году, нет ничего страшного, потому что основное посвящение именно вашим выпускникам, великому Валентину Григорьевичу Распутину, потрясающему всему миру известному Александру Валентиновичу Вампилову и почетному доктору филологических наук Евгению Александровичу Евтушенко. Выставка продлится до конца года и открыта для всех желающих, но большую значимость она представляет для сегодняшних студентов. Прикоснуться к истории родного университета можно будет в виде экскурсии. Выставочный зал библиотеки ждет своего зрителя. Над репортажем работали Степан Елисеев, Александр Кузнецов, Юлия Торопова и Алина Зарубаева, ТВ и ФИЯМ ИГУ.